Всем привет! Давненько не было меня на моем канале. И это время мне потребовалось для того, чтобы подумать, что же дальше публиковать в своих видео. Мой опыт общения с девятиклассниками подсказал мне, что школьникам для подготовки к изложению по программе ОГЭ не хватает уверенности, не хватает опыта. И я решила сделать такое пробное видео. Я буду просто читать тексты изложений, а ребята, если хотят, будут тренироваться писать изложения. Потому что это самая такая проблема распространенная. Им просто некому почитать эти тексты, потому что совершенно одно дело, когда ты его читаешь глазами, и другое, когда ты этот текст воспринимаешь на слух. Поэтому мой текст можно будет прослушать, поставить на паузу на 3 минуты, как это будет в настоящем ОГЭ, дальше перекрутить, прослушать еще второй раз и писать изложение. Итак, поехали. Сейчас я буду читать текст из сборника «Скрипки» к 2022 году, к новой официальной демонстрационной версии ОГЭ, тематический тренажер. Первый вариант. Слово «личность» вам, конечно, приходилось слышать много раз. Еще ничего не зная об этом сложнейшем философском, социальном, психологическом, педагогическом понятии, вы прекрасно сознаете, что когда говорят «личность», имеют в виду человека. Сам собой напрашивается вопрос, любого ли человека мы можем назвать личностью? Когда рождается ребенок, мы говорим «родился человек». Однако вправе ли мы сказать в этом случае, что родилась личность? Нет. Появился на свет индивид, представитель рода человеческого, которому еще предстоит стать личностью. Процесс становления человеческой личности длится всю жизнь, поскольку становление личности – это процесс ее психического развития. Остановка такого процесса ведет, как правило, к деградации, к распаду личности. В определенных случаях возникают ситуации, когда человека уже трудно называть таковым. Как же идет процесс психического развития человека? С момента своего рождения человек вступает в определенные отношения с другими людьми, с разными группами и слоями общества. Эти общественные отношения являются основой формирования личности. Человек с детства следует принятым в данном обществе правилам поведения, обычаям, усваивает накопленные предыдущими поколениями знания, умения, навыки, сложившуюся систему общественных отношений и определенное мировоззрение. Текст по Галине Разумихиной, 167 слов. Для лучшей проработки данного текста я предлагаю вам его озаглавить, подчеркнуть в тексте ключевые слова, упростить данные предложения, которые вы услышали при прочтении, и написать в конце концов сжатое изложение 80-90 слов. Если вам интересен такой формат моих видео, давайте обратную связь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, в общем-то, если такая тема интересна, я продолжу дальше читать изложения. И, возможно, какие-то будут тренировочные задания, какие-то упражнения для подготовки к ОГЭ. Пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.